скажем так, санскритологи, подразумевая не только профессионалов, но и всякого человека, занимающегося санскритом, о том, что не следует путать, да, глагол и предикат, прилагательное и атрибут либо предикатив, и существительное либо подлежащее дополнение. Да? Такие вещи, как части речи, да, глагол, прилагательное, существительное, частицы и так далее, они относятся к, скажем так, да, к уровню, ну чего, морфологии, да, а предикат, атрибут или предикатив, подлежащее, сказуемое дополнение, вот эти категории уже из области синтаксиса. А сегодня мы перейдем